У нас тут зеленая дверь, ее нужно как-то открыть. Ух ты! А смотри, какие хитрые. Если мы сейчас возьмем синий ключик, ребята, дверки откроются, и мы прям на шипы попадем. Но мы этого делать не будем. Тихо! Тихо, тихо! Фух. Аккуратно. Аккуратно. Да, ребята, ставьте лайки, кому нравится игра Red Ball 4. Не будем, не будем. Не будем брать ключик, да, иначе мы упадем. Так, чекпоинт есть. Ой, тут у нас прям две дверки синего цвета. А, ключик я вижу. Нам нужно наверх. Так, тут опять этот шипатый. Ай, убегаем, убегаем. Не догонишь ты нас. Не догонишь. Так. Куда мы идем? Сюда. Ой. И тут шипатый. Шипатый, привет. И пока. А мы его обхитрили, да, Игорка? Да. Так, сохранение. Чекпоинт есть. Ой, звездочку. Как-то тут стремновато немножко брать, но мы возьмем. Так. Шипатый, привет. Ой, убегаем, убегаем. Фух. Есть. Идем дальше. Ой, тихо, тихо, на шипы. Главное, это не попасть. А мы попали. Ну что, ребята, давайте еще раз попробуем пройти. Шипатый, конопатый, привет и пока. Так, теперь нам нужно как-то туда перепрыгнуть, да, Егорка? Вот так вот, есть. Идем дальше, берем желтый ключик. А где у нас проход открылся, ты помнишь? Ага, все, вот он, вот он, вот он, ребята. Бежим, падаем вниз. Яху! Да нету пока тут босса. До босса еще далековато, Егорка. Ой. Чуть не напоролись на какую-то машину колючую, да? Ну давай. Тихо, осторожно. Давай ее, наверное, нам нужно вверх затолкать, да? Вот так. А что она не заталкивается? Наверное, нужно разгона взять больше, да, Егорка? Разгоняем, давай. Жух. Да, перепрыгиваем. И что нам нужно с ней делать? Что, вниз толкать или что? О, давай их прямо на вот этих шипатых сейчас сбросим. Давай. Поехала, родимая. Вот так вот. Ой, тихо, чуть на ихние колючки не попались. Так, ключик есть. Вот для чего нам нужна была, ребята, эта машинка. Так. Ага, вот и желтенький ключик. Смотри, да он между этими шипами. Нужно как-то аккуратненько его достать, да? Поднимаемся на лестницу. Ой, тут шипаты. Да что ж такое, везде они здесь. Убегаем отсюда, пока нас тут не зацепило. Так. Давай. Так, еще раз прыгаем. Так. Вот так, есть. Так, аккуратненько теперь как-то нужно нам прыгнуть, чтобы мы на шипы не напоролись. Да. И ключик взяли. Окей. Есть, ребята. Спускаемся еще ниже. Ого! А чё такое-то? Что происходит? А чё они такие злые? Чё они не взрываются? Ай! Ребята, еще раз пробуем. Да они тут злющие такие все, смотрите. Быстренько, быстренько убегаем. Фух, есть, справились. Ты видел, сколько их, Егор? Да! Откуда они там взялись? И почему они взорвались в самый последний момент? Хм, интересно. А мы спускаемся дальше. Ой, а что это такое? Смотри, это что? Это пушка какая-то. Чем она стреляет? С какими-то колючками красными, да? Ой, убегаем от шипатого. Тихо, тихо. Я тут не был. Да, мы здесь не были с тобой. Ух ты. Так, тихо. Главное, на эти колючки не попасться. И сюда. О, тут еще пушка, смотри. Угу, аккуратненько, нам нужно открыть желтую дверку. Папа, там меня тоже было. Ты тут был? А когда ты здесь был? Папа, да. Папа, я другой мир, там тоже у меня пушки были. Да? Да. Ух ты, здорово. Ну, давай тогда пойдем в дверьку, мы открыли дверь. Ой, подожди, нам нужно теперь как-то успеть. Так. Ай! Зачем мы поторопились? Не знаю. Но мы прошли этот раунд. Есть. Так, дверьку нужно желтенькую открыть. О, и здесь у нас стреляет. Смотри. Ой, сверху и снизу? Да ты что? Так. Ау, ауч, ауч, ауч. Тихо, тихо, ребята. Спокойствие, только спокойствие. Фух.
Так, мы здесь прошли. Чекпоинт. Фух, слава богу, одна жизнь осталась. Мы туда-сюда вот дошли. Ого, ты видишь, сколько их. А как мы тут пройдем-то, а? Ну давай, быстренько, быстренько, давай, давай. Ой, конопатый здесь. Фух, шипатый конопатый. Ну мы справились, слушай, смотри. У нас еще одна жизнь, а мы-то справились. Есть, желтый ключик наш. И быстренько спускаемся. Фух, чуть не попались. Так, и мы спускаемся потихонечку, ребята. Теперь главное нам не попасться на вот эти шпурлялки, которые шпурляются в нас колючками красными, да, Егор? Вот так вот и вниз. Есть, ребята, отлично. Дойдем до босса? Ну, конечно, дойдем. А смотри, у нас тут прям... Люк задрает тремя дверями. Ой-ой-ой. Ну, давай идем. Давай, наверное, мы пойдем с тобой. Ой, смотри, тут сколько их. Ого. Смотри, сколько. Ой, да мы тут прошли как-то с тобой быстренько сразу. Ты видел? Круто. Смотри, сколько двери. Да, мы с тобой одну дверь открыли. Нам нужно три ключа. Один мы... Ой, тут шипатый. Шипатый, конопатый, убегаем отсюда, а. Вот, там наверняка, наверное, ключик, ребята. Давайте проверим. Да, ключик есть. Идем дальше. Окей. У нас осталась одна синяя дверька, Егорка. Ну что, справимся? А ты смотри, они стреляют сразу три раза. Ого. Так, еще раз. Теперь обратно. Главное не напороться на эти колючки и на шипы. Так. Ага, ребята, у нас здесь, смотрите, две дверьки, нужно как-то открыть. Егор, куда нам нужно идти? Вниз? Окей, идем вниз, только аккуратненько. Так, вот так. О, тут был ключик. Так, а теперь нужно как-то подняться, рассчитать время правильно. Так, давай быстренько-быстренько сюда, сюда-сюда, сюда-сюда-сюда, сюда-сюда-сюда, и сюда выпрыгиваем. Ой, мы выпрыгнули! Отличненько. Чекпоинт. Ага. Шипастый у нас заперт. Главное теперь эту дверь не открыть. Ой, смотри, а теперь... Ага, шипатых вот мы в итоге... Что ты наделал? Мы их открыли, но, к сожалению, тут только так, Егорчик. Папа, что ты наделал? Да, я знаю, но тебе как-то нужно... Убегаем отсюда! Фух, есть, мы взяли, самое главное, что мы взяли, ребята, ключик, и мы еще живы, фух, вот так, есть, босс, ребята, мы дошли до босса, Егорка, ты так долго этого ждал, наконец-то босс, ну что, идем? Пап, давай с другой стороны. Запрыгнем с другой стороны отсюда? Да. Давайте, ребята, к боссу. Ого, ого, Егорка, смотри, какой он злой. Тихо, Егор, мне самому страшно. Ай! Ай, осторожненько. А, вот как его можно победить, я понял, ребята. Нужно вот эти брать валуны. Вот так вот, аккуратно. Получай. Ой, как получил он хорошо у нас. И еще получай. Ай! О, да, он прыгать начал, смотри. Тихо, тихо, колючки какие-то. Он прям начинает шпурляться своими колючками. Перепрыгиваем. И берем еще валунчик. Получай по своей голове шипатой. О, чуть не попались. Осталось, да, еще один разочек буквально по нему попасть, да? Так. Давай, 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 давай. Есть, Егорка, мы его победили, ребята. Вот это здорово. Давай пятюню. Отлично. Вот это да. Ой-ой-ой, ребята, да тут теперь, смотрите, наша принцесса, какие-то пушки появились. И нам нужно взять теперь ключики. Аккуратненько, не попадаемся на вот эти колючки красные. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это тут тяжело. О, мы спасли ее. Смотри, они выпрыгнули из этой ямы. Он спас ее, ребята, он ее спас.
Ой, что такое? Яма. Яма исчезла, ребята. Мы всех победили. Егорка, давай пятюню. Отлично. Ну что, ребятки, вот мы и прошли игру Red Ball 4. Егор, тебе понравилась эта игра? Да. Мы победили всех боссов. Мы спасли наших друзей шариков. И спасли нашу невесту. И у нас все получилось. Ребятки, если вам понравилось видео, подписывайся на канал. Жми палец вверх. И пока-пока.